И снова Хоум, Свит Хоум с удовольствием ест свое сено с одуванчиком, покупное, без всяких клещей. На даче нас, видимо, укусил клещ прямо за века. Века немножко припухло. Слава богу, клещ сам отвалился. Теперь надо проконсультироваться у ветеринара, что вообще это было и что дальше нам делать. Да, Пончик. Дома Пончик без клетки бегает по всей квартире. На даче таких условий нету, к сожалению. Там есть риск того, что он может перегрызть провода. Дома он уже не грызет ничего такое. Никаких шнуров. Поэтому дома он очень любит находиться. Прыгал тут, подпрыгивал. В общем, весело. Да, Панчуля? Так, заметили клеща. На утро уже собирались идти в ветеринарку. Клеща нету на том месте. Куда-то он сам отвалился. И такое бывает, значит, в жизни кроликов. Да, Понченька? Всем от нас привет. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайки. Пончик всегда очень старается.